Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Warriors Rise to Glory. Так, и мы с вами еще до сих пор находимся на поединках, как я вам и обещал. Сегодня мы должны закупить полностью броню, да, гладиаторскую вот эту вот, и отправимся, конечно же, на турнир. Надеюсь, турнир мы с вами пройдем, надеюсь, опять же, не факт. И посмотрим, что будет дальше нас там поджидать. Опять же, какие-то поединки, опять же, какие-то битвы. Но нам нужно перед этим, естественно, раскачаться как следует. Ты понял, как он начинает лихо? Ты понял, а? Иди отсюда. О-о-о, ты понял, что он мне показал, а? Он мне показал свою задницу. А если я тебе вот так вот сделаю, а, парень? Дерешься, как девчонка. Очень агрессивная девчонка, да-да, я очень агрессивный парень. Так, ребята, у него два здоровья всего осталось, и он, наверное, сейчас сгорит. Хотя нет, вот так мы сделаем. Все, упал. Так, ну что, ребята, у него рогатка сзади, да? Кувшин какой-то, я не знаю, там с дробью или с камнями. Деньги даешь. Так, кто-то из подписчиков хотел посмотреть, что будет. Ребята, ничего не будет, смотрите, даже если я откажусь, просто мы его убиваем и все. То есть концовки здесь у нас вот стандартные, грубо говоря. Так, ну что, деньги мы с вами заработали. Конечно, могли бы на соточку чуть больше получить, но у нас, тем не менее, будут копиться вот эти вот очки. Ребята, очки смертей. Нам нужно 10 для того, чтобы получить следующий уровень. Но самое главное для меня — это заработать достаточное количество денег, чтобы мы могли с вами в лавке купить предметы. В данный момент у меня 1707 монет. И давайте посмотрим, что у нас можно приобрести. Так, я могу взять, например, себе римские перчатки. Или же лучше... Во, лучше мы возьмем все-таки римские сандалии. Купим. Отлично. И давайте-ка мы, наверное, их оденем. Кто-то говорил, на рынке можно как-то продавать. И, ребята, как вот их продать? Ну, ага, вот так вот мы с вами все это дело и продаем. Больше у нас ничего нету. Так, а мы с вами выставляем вот эти самые сандалии. Отличненько. Нам остается что? Руки приобрести, штаны, щит, если понадобится. Ну и, конечно же, топор. Мы будем с вами играть топором. Ну что, двигаемся. Римские сандали. Что это такое, ребят? Римские сандали. Это глюк. Почему-то иконка не исчезла. И у нас Леонид. Че не все три яйца? Три яйца, ребят. Я первый выбрал три яйца. Они все косят от меня. Ну что, ой, в деревянной броне, родной, тебе не повезло, наверное, мне кажется. Нет, смотри, увернулся. Живчик ты, оказывается, да? Ну-ка, давай-ка еще разок проверим тебя. На, в коленку, получил? Сразу зашевелился. Так, меняем, ребята, оружие в срочном порядке. Топорик, конечно, у меня нищебродский, на самом деле. По-моему, его давно уже надо было поменять. Что-то там, 7 к здоровью прихватил. А думаешь, тебе это понадобится, парень? Ты смотри, какой жук. Так, ну что, делаем отдых. Он тоже киморнул маленько. Так, сандали. Сандали не твои. Хотя, нет, ребята, он взял, успел их подобрать. Давай еще разок попробуем. Сколько у него здоровья? 7, всего лишь 7 единиц. Я киморну, пожалуй, с вашего позволения. И будем, знаете, что делать? Будем его просто-напросто сейчас расстреливать. Тоже мне по коленке дал, а? А ну-ка, получи. Все, ребята, следующий, наверное, выстрел будет для него смертельным. Да. Не захотел по-хорошему, будем по-плохому. Главное, чтобы ты мне деньги дал. Ну, гордый? Продажный. Я принимаю. Я, ребята, принимаю у него деньги. Это мне нравится. Ты-ты-ри-ты-ри. Такой идет делаш. Было бы прикольно, да? Если бы у него шлем был и вот такая шляпа. Да. Так, ну тем не менее, ребята, мы с вами зарабатываем, ну, не очень много денег. Нам нужно еще с вами сделать, наверное, пару боев для того, чтобы я смог докупить руки и штаны. Но самое главное, мне кажется, все-таки нам нужно приобрести с вами топор. Топор сколько у нас стоит, если мы... О, у нас денег-то, слушай, погоди-ка. Погоди-ка, топорик. Да, ребята, мы можем с вами приобрести вот этот топор. Лесоруба. А что нам здесь? 16 силы не хватает, да? Топор лесоруба, это, конечно, вообще кислота. Так, а если мы с вами купим, например, кристалл? Это вот у нас идет на что? Поджечь противника. Так, а что-нибудь получше у нас есть?
какой-нибудь другой камешек. Так, это у нас 2% к урона от оружия. Что-то как-то... Снизить доступное количество шагов. Нет, давай тогда лучше вот эту мы возьмем. Все. 2%. Мало, не спорю, ребята, но лучше так, чем ничего. Персонаж. Тут у нас вообще ничего не осталось, да, и пока мы ничего не можем с вами сделать. Хорошо. Давай в предметы зайдем и установим, ребята, вот этот топор, во-первых. Так, а вот это вот и... Вот так вот. Вольем. То есть у нас, ребята, всего лишь одна ячейка. Ячейки есть... Практически в любой, ребята, броне. В любой. И это хорошо. Так, это мы все продадим. 1817. Подожди, а у нас, может быть, хватит еще на что-нибудь, а? Ну-ка, давай-ка посмотрим, ребята. Нам хватает, ага, на римскую юбку. Одеваем тогда мы ее. Так, это продадим. Ну что, остается только лишь, ребята, приобрести наручи, и все. В принципе, мой боец будет готов для того, чтобы отправиться на турнир. Ну а пока, естественно, ребята, будем еще проводить с вами один поединок. Винни-Пух, милосердный. Кстати, Винни-Пух мне частенько встречается. Он раньше выпадал, но я думаю, что это бот. Ну, именно разработчиками созданный бот. Так, ну что, проверим. Эть, как тебе, хорошо зашло? С топориком, да? Ты делаешь такой у нас. Все при тебе. А ну-ка, давай в ответочку. Ну, неплохо. Так, давай еще разок. Так, у него 17 здоровья всего лишь осталось. Уже меньше, 8. Это будет у нас, наверное, ребята, самый быстрый поединок. Да-да-да-да. Давай деньги сюда. Деньги на базу, я тебе говорю, зеленоволосый. Ну. Вот, вот, знаешь... Как уважить дядюшку Рея. На, на. Я представляю, там, наверное, отбивная, ребята, у него вместо яиц. Все, идем, делаши такие. Так, а нам, интересно, хватит на поручни или нет? На наручи, точнее, какие поручни? Конечно же, наручи. Так, смотри-ка, неплохо нам привалило деньжат. 700 там с лишним, 719 монет в общей сложности, да? Давай-ка глянем. В принципе, эти наручи, они не так уж дорого должны стоить. Ну-ка, в лавочку отправимся. И вот сюда. Где у нас наручи? Да, ребята, мы покупаем с вами последний аксессуар. Его одеваем. А вот это вот продаем. Все, у нас здесь 50 монет, этого мало. Фух, ну что, рискнем с вами, ребята, а? Отправиться. Потому что все равно нам пока опыт не дают, ничего не дают. Поехали на турнир. Берегись, воин, в этом турнире пощады не будет. 8 бойцов войдут на арену, но живым выйдет только один. Хочешь поучаствовать? Да. Хочу. Ага, Вортиган, он у нас по-прежнему, ребята, остался. Во главе Евген Брю. А, Евген Бро, извиняюсь. Евген Брю. Брю Бро. Разница. Так, ну, все равно, ребята, вы видели, да? Воин у нас в деревянных доспехах. Неплохо. Парень, я тебе скажу, для начала неплохо ты делаешь. Слушай, а как нам использовать энергетик? Это волшебный напиток, полностью восстановит энергию. Лечебное зелье. Так, толпа в восторге от твоей пластичности. Давай веселить. Со стрелой в животе. Как тебе, зашло, парень? А я еще спляшу сейчас. Я ведь буду плясать. Вот, ребята, у нас с вами накопился банан. Так. Черт подери, он меня так расстреляет. Я еще буду веселить. Со стрелами утыканный пляшет он мне. Так, погоди-ка. Энергетик, это не для тебя, родной. Это для меня. Подожди, это я прошелся через шипы, и мне урон нанесли. Да, получается так. Эх, слушай, надо переставлять нам оружие. Так, он киморнул маленечко, а мы вот так попробуем. Ух ты! Ну, давай еще разок. Так. Толкнул меня гаденыш, да? А если так вот? Промахнулись. Ну, по крайней мере, ребята, он без брони. У нас есть все шансы его сейчас забомбить. 3 хп у него осталось, никаких шансов вообще у него, по идее, нету. Да, мы его расчекрыжили только что на ваших глазах. Ну что, будешь давать деньги мне, парень? Нет. А, тут же денег не дают, ребята. Тут только смерть. Да, тут как в истинных боях гладиаторов. Либо жизнь, либо смерть. Третьего не дано.
Да, вот, ребят, видите, у нас продолжается копиться опыт. То есть нам периодически все равно придется возвращаться на турниры, если мы хотим с вами как-то дальше выступать. Ну что же, это я, и против меня кто? Кто против меня, ребята? Эминем или пятерка? Или же... А, нет, у нас, наверное, вот будет Флорд. Мы будем с Флортом, он банальный. Так, он опять же, ребята, в деревянной броне. В деревяшке. Так что все шансы на победу, конечно же, у нас с вами в кармане. Слушай, ты слишком, блин, близко подошел ко мне, парень. Ага, вот так вот, да, значит. Ладно, по-хорошему не хочешь, будем по-плохому. Спасибо за аптечку. Ха-ха. Упс, упс. Бананы, да? И не попал даже. Нубик. Так, шипы. Где у него там шипы, я так и не понял. Ну-ка. Ёпарасете. Офигеть его, как быстро. Ну что, парень, придется тебе отдуплиться. К сожалению. Да-да, такие вот законы здесь на арене. Я знаю, ты гордый и молчаливый, и мертвый. Замечательно. Народ ликует, и, ребята, у нас очередная победа. Опыт-то как медленно растет, господи. Но зато потихонечку копятся очки. Еще, ребята, один выигрыш, и мы с вами можем повысить один из параметров. Так что, давайте. Так, Эминем, да, против меня. На кону две... А, нет, ребята, это, по-моему, награда за все выступление, если мы здесь пройдем. Давай посмотрим. Тигель. Эминем, неудержимый. Так, посмотрим параметры. Ребята, у него ловкость довольно неплохая, но у меня сила. У него сила один. Сила единичка. Куда он лезет-то? Он что, стрелок, что ли? Стрелок от бога? Или что он хочет сделать? Нет, ребят, как ни странно, он вышел с тесаком. Сейчас он взял... Ну, как-то странно ты, парень, работаешь. Так, монеты там сзади. Ладно, я не буду их брать. Мы с тобой принципиально на разных уровнях, говорю я ему. Естественно, на разных. Он уже без брони, а я в броне. Так, два... Так, он кимарнул, он восстановился и маленечко здоровья. Ну что, 13 хп у него остается. Я думаю, что... Да, ребята, ему кранты. Ну что, сейчас мы будем встречаться с вами с Вертиго. Или как там его? Величать. Да. Гордо, гордо. Уважаю тебя за это. Ну, мы решили вот так вот, да, его наказать. Ну, давай. Силу указательного пальца. Тыч. Удар Сифу. Все, ребят, забомбили. Глаз такой. Хорошо, мы здесь справились. Но радоваться рано, ребята, потому что сейчас будет самый главный наш противник. Вау. Нормуль. Мы повысить можем с вами любой параметр, но это будет уже после боя. Ну что, ребята, Вартиган собственной персоны будет сейчас против нас выступать. Так, а у него 5-й уровень, великий варвар, а у меня 4-й. Где справедливость, я вас спрашиваю, а? В этом случае. И у него доспехи немножко хуже, чем у меня. Да? Да, у него начальный, так скажем. Фух, погнали, попробуем вначале. Опа, вот это ты молодец. Так, подошел ко мне вплотную практически, а? Сейчас начнет. Промахнулся, нуб. А я? А я на 18 ему вжарил. Ух ты. Слушай, у него атака-то почему-то посильнее будет, чем у меня. Ну-ка, вот так вот. Господи, что-то он меня, ребята, чекрыжит. Да ладно, увернулся. Так, хорошо, ну-ка попробуем. Ребята, 19 хп. А, мы здоровье с вами перехватили. Вовремя, кстати. Это очень вовремя. Так, мне нужно отдохнуть. 26 выносливости восстановил. И... Да, какой-то он здесь нубас на самом деле. Раньше он был намного сильнее. Я ведь помню, если кто не верит, ребят, посмотрите старые видосики. Там будет как раз показано, как мы с ним дрались. И далеко не с первой попытки у меня получалось его убить. Все. Мы прошли с вами этот турнир. 2500 обещанных денег. Еще 245 сверху. И сундук с сокровищами. Вот, наконец-то, ребята, у нас новый уровень. Новое действие. Слушай, а что это за новое действие такого? Я не помню, если честно. Хм. Давай посмотрим. Мне самому лично интересно, что это за новое действие. Какой-то нож. Теперь я, ребята, во главе. Финиш, конечно же, финиш. И, ребят, давайте посмотрим. У нас с вами 6 очков. Мне нужно это потратить на силу. И одно очко у нас... Ну, давай
на ловкость. Так, что у нас по предметам? У нас есть сундук. Открываем и смотрим, ребята, что нам выпадет из него. Да ладно тебе. Ну, придется брать, а фиг ли, не выкидывать же это все. Давай в лавочку все это, наверное, мы с вами сбагрим. То есть мне на выбор, что ли, там был? Либо шлем, либо щит, либо еще что-то, да? Я выбрал шлем. Так, лук. Кстати, нам лук-то тоже надо поменять. Мы же с вами... Так, сейчас, секундочку, навыки. У нас 2 очка навыков и... Так, давай вот это вот выучим полностью. А здесь почему-то закрыто. Так, ты впадаешь в бешенство, когда ОЗ падает ниже 40%. При этом все твои атаки наносят дополнительный урон. Это, конечно, хорошо все. Шанс пройти дополнительную быструю атаку после успешной ближней атаки. Слушай, вот это хорошо. Если будет все это срабатывать как нужно, это нам очень даже хорошо зайдет. Так, и давай посмотрим, мне дадут новую броню? Нет, не дают. А что нужно для этого? А что для этого нужно, ребят, чтобы получить нам новую броню? Не знаю пока, если честно. Но однозначно... И даже лук мне не дают. Ловкости нужно 10, да, чтобы взять новый лук. А топорик? Топорик мне дают, ребята. Мифриловое лезвие. Покупаем, конечно же, покупаем. И сразу же устанавливаем. А это барахло продаем. Фух. Так, ну что, давай делаем тогда сюда, назад. И посмотрим, ребят. Видите, турнир пока закрыт. У нас остаются поединки. Ага. Сыенду, алкаш. Опять же ютубер, елки-палки. Но на самом деле я думаю, что это не он играет. И вообще это просто, наверное, разработчики придумали. Такие вот взяли никнеймы известных чувачков и просто их выставляют сюда. Ты смотри, ты круто сделал, парень. Ты круто сделал. Давай-ка мы поговорим с тобой. Ого. Слушай. Ай-яй-яй-яй, ребята, ну мы тогда, наверное, с вами отдохнем. Иди сюда. Да чтоб тебя. Так, хорошо, что он сейчас стоит на шипах. Это очень классно. Блин, да почему у нас... Мне надо было отойти. Господи, я, ребята, не увидел ловушку. Я не увидел ловушку. Я продинамил эту вспышку. Да хорош еще, 25% кур... Так, опять ловушка подо мной стоит. Отходим. Иди сюда. Не хочет. А если... А если я... Во, ребят, давайте его пока... Вот так вот. Он потерял, знаете что, он потерял свой щит, он потерял вообще все. Он жизнь, ребят, свою потерял. Знаете почему? Потому что сейчас я его разбомблю. Сейчас я его разбомблю. Эть. Нет, парень. На. Так, ловушка. Ты посмотри, сейчас еще толкнет меня туда, да? Нет, не успел. Ну, парень, давай деньги. Деньги давай мне срочно, мне нужны бабосики от тебя именно. Гордый парень. Гордый. На. Что это такое? Это что? Что? Ты меня не убьешь, типа? Вау. Фаталити. Типа, возьми топор, добей меня. Я, типа, не перебегаю, да? Топором. Я просто тебя... изничтожу своей силой воли. Отлично, ребята. Отлично. Значит, все-таки есть новые удары, оказывается, да? Ну что же, а мы с вами продолжаем нашу эпопею. Что у нас тут предметы показываются? Зачем мне это? Мне это не нужно. Это я продам с великим удовольствием. Кстати, можно купить камни. Да-да, ребята, не забываем, что у нас есть камни. Так, снизить количество шагов. Я не знаю, зачем это нужно. Заставить противника пропустить следующую атаку. А вот это вот будет прикольно. Давай купим. 2 штуки. Интересно, я 2 штуки могу вот сразу же в броню влепить себе или нет? Давай-ка посмотрим. Например, я это воткну, ну, в броню. Так, подожди, я не могу в броню, что ли? А, это только либо в лук. Ага, либо в лук, либо в топор. Все, я понял. Соответственно, если у меня будет щит, то это можно будет еще и в щит, судя по всему, вложить. Так, интересно, а что же нужно для того, чтобы, ребята, мне открылось... Я не могу понять, что нужно-то? А, денег просто недостаточно, и все? А приобрести я, получается, смогу?
Хорошо, будем с вами тогда копить деньги. 3000 там с лишним нужно. Леонид алкаш. Опять одни алкаши, ребята. Ну, я по силе-то круче. Я по силе круче. Ну, у него щит. Слушай, а почему я-то щит не беру? Серьезно, а почему я без щита отхожу? Твою же маковку, можно же было щит. Оу, я без щита хожу, гуляю тут, прохлаждаюсь, ребят. Ага, ты зря. Ой, тихо-тихо. Ничего себе ты, парень. А если так? 27. Вот его, конечно, бы... Так, подожди, мы можем с вами, знаете, что сделать? Отойти. Вот так вот. И... Блин, у ворот. Я даже не увидел, сколько у меня повреждения нанес. Я 16 в данный момент. Так, надо отдыхать. Ребята, у нас инициатива. Ну, подойдешь сюда? Не хочет. А сейчас будешь подходить? Тогда стреляем, ребята, из лука в него. Вау. 7, да? Теперь отойдем. Блин, надо менять. Слушай, почему у тебя такая атака сильная, а, парень? Что такое? Что сейчас было, ребята? У него прокачка какая-то была. Оу, 5 здоровья у него, ну. У ворот, у него у ворот сработал. Ну, есть. Попался под критический удар. Парень, давай деньги, мне нужны деньги. Я буду собирать себе на новый шмот. Да ладно. Он, ребят, не хочет. Ну что, на. Погоди-ка, я разве его... Блин, я его пожалел. Я его пожалел. Ладно, фиг с ним, ребят. Все равно он мне денег не дал, ничего не дал. А я с Сигой, я крутой. В кепке, все дела. Без брони, потому что броню я потерял в бое. Так, ну, тем не менее, все равно денег нам довольно неплохо дают. 700 монет, опыт. Подрос, очки славы 31. И мы продолжаем. Мы продолжаем. Интересно, сколько нужно сделать боев, чтобы дойти до следующего, ребят, турнира? Вот что меня интересует. Ну-ка, кто у нас там? Погоди, 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 погоди. Я не могу? Нет, ребят, я не могу ничего. Так, смотри-ка, пофигист уменьшает получаемый урон от дальнего оружия. Внутренняя мощь. Так, а, ну это все, что я, ребята, открывал. Это вот у нас комбо. Шанс провести дополнительную быструю атаку после успешной ближней атаки. Почему-то я этого не увидел. И у него здесь 6-й уровень. Почему они уже на 6-м уровне, а в броне в какой-то дешманской бегают? Все равно у него получается на несколько параметров круче, чем я. Сейчас прикроется, да? Говнюк. Меняем, ребята, оружие. И атакуем. Сразу потерял все практически, ребят, что у него было. Давайте мы попробуем энергетик с вами прихватить. Бонус к энергии. Да ну хорош. Пока я тут, ребята, веселюсь, меня могут тут разбомбить. И на самом деле это не смешно. Так. Стрела какая-то сзади там. Ну-ка, так если. А, 17 здоровья у него осталось. Ну. Воу, воу. Упал. Упал, отжался, парень. Упал, отжался. Как ты? Денег дашь? Да что ж вы. Вот они, ироды, ребята. Они мне почему-то не хотят давать денег. Они все слишком гордые и зажались. Зажались в плане деньжат. Будем копить как-то вот так вот с вами. Потихоньку, не спеша. Сейчас, кстати, у нас откроется, даст дополнительное очко, и мы его с вами потратим. Вот так вот. Наша мощь растет. Наша смертоносность тоже, ребят, растет. Так, сколько у меня вообще денег в данный момент? 3685. Персонаж. Осталось одно очко. Так, давай, наверное, мы... Так, чтобы лук носить, я не знаю. Давай вот на атаку, ребят, повысим. И здесь вот навыки. Давай вот так вот. 10% шанс на дополнительную, ребята, атаку. Да? И пойдем быстро в лавку сбегаем. Не дай бог они не скажут мне, что я не имею права купить. Имею. И это, ребята, у нас шлем самурая. Купим. И по... А что тут еще, ребят? Ох, ё-моё. Шлем темного эльфа. 8000 монет стоит. Ну-ка. Опа. Нормуль я выгляжу, да? Нормуль. Так, давай продадим шлем. А деньги я все потратил. У меня, скорее всего, на щит и не хватит, да, ребята? Да, на щит не хватает. Нужно почти 2000 монет. 1000 монет мне нужно еще заработать. Тогда у меня будет, ребята, щит.
Ну, сейчас довольно неплохо мы смотримся. Как Ганнибал Лектор какой-то. Поехали. Очередной, ребята, у нас поединок. Мне, конечно же... Ой, фу, с ножичком. У него, ребята... Ох ты, ловкость у него красивая. 15 ловкости против моих 8. Как-то... Как-то меня напрягает, если честно. Говорят, не в деньгах счастье. Да, ну-ка проверим. Да чтоб тебя. Почему они первую... Увернись. Малорик. Мы что, так будем... Кто кого перестреляет? 4 урона всего лишь. Оу. У него, ребята, ловкость. Ё-моё, чё я? Все, наплясался. От души, надеюсь. Промахнулся. Так, ребята. Защита 5. Это, кстати... Чё он на публику-то играет, а? Парень. Накрутить толпу. А, накручивает толпу, чтобы урон себе лучше сделать, да? Чё? А, недостаточно выносливости. Давай поспим. Так, увернулись. Это хорошо, ребята. Но... Ну ладно тебе. Бананы полетели. Полетели, ребят, бананы. Я вот это вот возьму, с вашего позволения, да? Плюс 5 к защите. Так, он взял, смотрю, ножичек. Угу. А мы... Как же так? Ну-ка. Ага, хорошо. Это у нас Вадим Алкаш, оказывается. Вадим Алкаш. Ну что, Вадим Алкаш? Опа! Было подло. А почему мы... Ребята, у него, видимо... Офигеть выносливости. Поэтому он... Лук опять берешь? Если бы, ребят, если бы я попал в другую... Да что ты? Почему ты мажешь, а? Рэй, да хорош, ловкость. Тут, ребята, видимо, все дело в ловкости. Губит людей не пиво. Правильно, губит людей... Тихо, а давай-ка мы бананы бросим, посмотрим, ребят. Опа, 10. А 6 здоровья, за... Фига мы его, ребята, мало того, что подбили, мы еще его какие-то вьюнки его обмотали, и, я так понял, он не смог бы двигаться, судя по всему. Во, вот это я понимаю, ты, парень, шаришь. Занюхни. Этот парень шарит. Знает, когда нужно занюхнуть кое-что. Так, у нас, ребята, скоро-скоро будет следующий уровень. Осталось совсем ничего. Буквально пару боев, и будет у нас с вами следующий. Так, это будет у нас 6-й. Денег у нас по-прежнему мало. Хотя ты еще... Я могу же купить себе, по-моему, щит. Да, ребята? Мы же можем себе позволить щит римский? Конечно, можем. Да, тут, конечно, суммы пошли. Ху-ху-ху. А пупеть какие? Так, предметы... И одеваем с вами щит. Вот так вот, ребятулечки. По красоте? По красоте. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Мы с вами продолжим уже в следующей серии, да? Нам нужно выбиться в топик. Дракон. Помпа. И так далее и тому подобное. Так что всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков.